Инженер-конструктор авиационного завода Екатерина Поликина последние 4 года руководит жизнью своей многоэтажки на Московском шоссе в районе самолета. Каждый закуток и каждую проблему главная по дому знает и сама, обходя свои владения и от соседей. Именно соседская дружба – залог комфортной жизни их двора, уверена Екатерина Поликина. Вечерами у нас здесь теперь хорошо, у нас очень светлая площадка, освещение хорошее, здесь очень много с детьми гуляют, и сами по себе вот так вот молодежь сходится. Первый год мы поменяли канализацию в подвале, а вот за 4 года мы поставили пластиковые окна. Ну, по своей возможности технического ремонта. Международный день соседей собрал во дворе почти всех жителей окрестных домов. Кроме праздничного концерта, на интерактивной площадке были представлены разные социально значимые учреждения микрорайона, начиная от общественного совета «Воронежские озера» до поликлиник, библиотек и центра «Семья». Только сообща реально решить многие злободневные проблемы, начиная от коммуналки, заканчивая социальной помощью. Мне понятны эти проблемы, я их знаю, я ими живу уже на протяжении многих лет, поэтому мне их решить для меня их, может быть, не всегда легко и просто, но тем не менее я этим живу, погружена в это, и мне, конечно, гораздо проще, нежели, допустим, другому человеку. Когда люди будут общины, они разобщены, тогда можно будет решать многие вопросы. Это контроль за исполнительной властью легко и так далее. Да? Люди будут понимать друг друга. И вот эта работа сообща, она может абсолютно хорошо выстроена. Да? Вся система контроля за исполнительной властью. Я думаю, это поможет и жителям, и исполнительной власти в такой гармонии работать с населением. За последние несколько лет двор у самолета гармонично преобразился. Появилась и спортивная, и детская площадки, и скамейки для пенсионеров. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.